таможенная служба Республики Беларусь обеспечила поступление таможенных платежей в республиканский бюджет почти на 50 триллионов белорусских рублей. Свою лепту, естественно, внесла и Брестская таможня. Брестская таможня обеспечила поступление таможенных платежей в пределах 4 триллионов белорусских рублей. Это, в общем-то, третий показатель по всей таможенной системе. Таможенная служба Брестского региона всегда и во всем была примером для подражания. Год прошедший не стал исключением. Сработали качественно и оперативно. Основной компонент успеха – профессионализм сотрудников. В минувшем году ими оформлено свыше 9 миллионов граждан, 2 миллиона легковых автомобилей, 600 тысяч грузовых транспортных средств. Свыше 3000 правонарушений в ходе специальных мероприятий предотвращено. Изъято более 120 килограммов наркотических средств. Возбуждено 32 уголовных дела по признакам контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей. Работа в этом направлении будет продолжена. Тем более, что Брестская таможня в 2014-м празднует славную дату – 75 лет со дня создания. Мы настраиваемся на очень серьезную работу, но и это год 75-летия Брестской таможни. То есть таможня была создана в 1939 году, поэтому 75 лет Брестской таможни. И мы понимаем, 75 лет – это не торжественное собрание, что вот провели торжественное собрание, вручили грамоты. Награды – это прежде всего весь год, вот начиная с января, и весь 2014 год, год юбилейный, год, который мы должны показать, на что способна Брестская таможня. Способна на очень много. Как одно из новых направлений работы, которые успешно освоили брестские сотрудники таможенной службы, осуществление транспортного и весогабаритного контроля в международных пунктах пропуска, а также санитарного контроля. Эти факторы повлияли в некоторой степени на интенсивность оформления грузопотока. Активизация работы за счет внутренних резервов позволила стабилизировать ситуацию на границе. Мы технологически подготовились, были обеспечены и программные продукты, внедрены новые, начиная с 1 января, и для Брестской таможни переданы, и люди обучены работе на данных программных продуктах. Ну и, соответственно, мы помогли компьютерной техникой. Сегодня была проблема и с трудовыми ресурсами, но Брестская таможня сама справилась. Она за счет своих сил с внутренних пунктов таможенного оформления и из базовых отделов порядка 40 человек перевела на укрепление границ. Таможенная служба – это перманентное напряжение, выражение главы этой структуры Леонида Досова. Сотрудники постоянно находятся между молотом и наковальней. С одной стороны, чем быстрее пройдут люди и транспорт через таможенный контроль, тем лучше для всех. С другой, таможня не терпит суеты и спешки, ведь важно ничего не упустить из поля зрения. Эти несовместимости брестские таможенники научились совмещать. А потому в год юбилейный задача одна – выйти на первую позицию в рейтинге таможенных служб Беларуси.